Трехкратный олимпийский чемпион, звезда мирового спорта Александр Карелин посетит бийский турнир. 5 и 6 ноября в нашем городе при поддержке фонда Александра Прокопьева пройдут всероссийские соревнования по греко-римской борьбе. Места на пьедестале почета будут оспаривать борцы в двух возрастных категориях. Всего за медали поборются порядка 300 спортсменов. Главный гость соревнований – трехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе, герой России Александр Карелин. 5 ноября в 11 часов легендарный спортсмен проведет мастер-класс. Посетить его и сам турнир организаторы состязаний приглашают всех желающих. Вход свободный. Торжественное открытие турнира 5 ноября в 13 часов. Финальные поединки состоятся 6 ноября с 10 до 13 часов. Место проведения – спортивный комплекс «Заря».